«Золотой микрофон». Живые концерты из большой студии «Русского радио». Там, за кадром, я буду вас чувствовать. Только живой звук. Никакой фонограммы. В шоу «Золотой микрофон» на Русском радио. Дорогие друзья, у нас в гостях собирается выйти к «Золотому микрофону» и исполнить свои лучшие нетленки и новые песни замечательная, восхитительная, потрясающая, несравненная певица Максим. «Золотой микрофон». Спасибо за то, как ты выглядишь. На тебя очень приятно смотреть. Такая куколка, такая конфетка, буквально вот статуэточка такая стоит на сцене. Да. Это был наш текст, мужской. Потому что возможность послушать из любой точки земного шара концерт Максима, это, конечно, уникальное абсолютно событие. Да и для нас тоже это событие. И сегодня обязательно прозвучат песни, которые звучат в эфире Русского радио. Одна из них уже сейчас. Я с удовольствием. Да. Мы тоже. Все у нас будет. Как? Ну что, Русское радио, как у нас все будет, ха? Хорошо! Отлично! Все. Что-то не так, а ты найдешь свое.
Ну ты знаешь, Максим, мы не успели сделать во время этой песни. Давайте все сейчас, друзья, сделаем вот так. Русское радио, все будет хорошо, это действительно так. Все будет хорошо. Вы самые настоящие преданные фанаты русского радио. Как называется следующая песня, которую мы услышим здесь у золотого микрофона? Это самая новая песня, ее очень просили, и ее с удовольствием поют на концертах. Это песня о моей жизни, и она на самом деле очень зло-саркастичная. Алло. Я не могу сказать прощай, и ты меня поймешь потом. Откроешь дверь, зайдешь в свой дом, я тебя там встречу, в глазах меня и узнал. Вот видишь, больше не болит, но что она опять звонит, как-нибудь отвечу. Алло, алло, расскажи мне что-то про него, или помолчим давай, обеим легче. Алло, алло, радуешься у меня его, забрала, так забирай навечно. Я не могу сказать прощай, и ты меня поймешь потом. Ты тоже сам тебя поешь. Пусть будет счастлив он с тобой, и по утрам не отпускай, время нас не лечит. Алло, алло, расскажи мне что-то про него, или помолчим давай. Спрашивает Марина из Астрахани. Она пишет стихи, и она стесняется их показывать кому бы то ни было. Вот что бы ты ей могла порекомендовать? Я на самом деле тоже начала писать очень рано. Первую песню написала лет, наверное, 8 или 7. И до своих 14 лет всем стеснялась их показывать. Их не видели ни моя мама, ни кто-либо еще, но к 14 годам меня как-то приняло в свою семью большое наше казанское сообщество таких взрослых музыкантов, для меня прям мастодонтов, и для них я в какой-то момент сыграла на фортепиано, просто трудный возраст. И хотя там про девочку 16 лет, но тем не менее, вот уже были какие-то такие выдумки милейшие, которые до сих пор звучат, и я думаю, что бояться ничего не надо. Ну, то есть просто взять себя, преодолеть и кому-то показать. Ну, конечно, надо вообще не стесняться того, что ты личность. Сейчас Антон покажет свои стихи. Не, я просто застрял духом, меня, может, уже как-нибудь поддержит казанское поэтическое сообщество. И Ксюша из Омска спрашивает. Сейчас очень модно составлять вот эти карты желаний, следить за лунными календарями и так далее, личностным ростом заниматься. Ты как к этому относишься? К личностному росту отношусь прекрасно. Я читаю много книг, и несмотря на то, что я православный человек, прочитала очень много о разных методиках
по достижению точки дзен и даже видела жить в юртах в Киргизии для того, чтобы познавать, так сказать, воочию танцы дервиша, суфийские и различные такие методики. Мне, ну, просто это для общего развития. Мне было, ну, ты поехала, это был какой-то сложный период в твоей жизни или наоборот? Ты, там, ну, это был период вот моего отпуска, недавно закончившегося. И период был, но до отпуска я уже давно понимала, и мой коллектив понимал, что надо бы мне вот чуть-чуть пожить другой жизнью, потому что мы очень долго путешествовали по стране, и когда я приехала сюда, я увидела совершенно другой мир, абсолютно вот перпендикулярный моему. Совершенно вот от начала и до конца мне предстояло с ним знакомиться, чтобы в нем существовать. Продолжим? Мы можем продолжить? Да, давайте. Это новая песня, совсем недавно на нее вышел видеоклип. Еще бы нам немножко интимчику создать. Секреты, я утону в них до рассвета. Твой поцелуй разбудит лето внутри. Уснули звезды и кометы. Никто не знает, где я, где ты. О, как ты смотришь и всегда так смотри. Максим, ну,
достаточно новая. Мы еще летом, правда, записали на нее видеоклип. Я снималась там с прекрасным, кстати, режиссером Ириной Мироновой. И я снималась там с живым бурым медведем, который очень... Он вырос среди людей, очень оказался добродушным. Он тебя узнал? Он вырос на твоих песнях, наверняка, знаешь ли ты? Я думаю, что да, судя по тому, как мы с ним обнимались, я впервые увидела такую мощь. Это, конечно... Нет, я просто так хотела всего его вот просто затискать. Но потом, конечно, взяв его лапу, я поняла, какая это мощь. И если он совсем чуть-чуть вот проявит тоже свою нежность, то мне, черт конечно... возьми, где мой костюм медведя? Господи, мой, что вы... Золотой, золотой, золотой микрофон. Золотой микрофон. Певица Максим в гостях на Русском радио. Ну, я думаю, что прямо сейчас нам необходимо отрепетировать аплодисменты. Они должны быть настолько громогласными, чтобы соответствовать уровню хита. Мало, мало, девочки, мальчики, давайте еще раз прямо. Можно даже покричать, а хорошо. Ну вот, мы все подготовили для тебя. Я думаю, что эту песню споют действительно все, знаешь ли ты. Рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно. И лишь одно. Знаешь ли ты, шла босиком. Сердце его теперь в твоих руках. Не потеряй его и не сломай. Чтоб не нести вдоль ночных дорог пепел любви в руках спит. Пульс его теперь в твоих глазах. Не потеряй его и не сломай. И в январе узбьется серый дождь к нему. Обнимает не меня, но помнит все равно. И пусть случайно мое имя вслух произнесет. И пусть он умеет. Отлично. А за окном зажигают со всем русским радио, со всей редакцией, со всеми звукорежиссерами, со всей страной мы поем эту песню, со всеми стадионами, со всеми болельщиками. Я надеюсь, скоро мира. Мы объединимся в этой песне. Потеряй его.
Максим. Это чувствуется. Да, я последний раз такое видел на концерте и сидите просто, понимаете? Кстати, а песня «Знаешь ли ты» в каком возрасте была написана? Песня «Знаешь ли ты» была написана в 17. Да что ты? Или 16. Это сколько же она ждала своего часа? Ну, давайте посчитаем, мне сейчас 35. Так. Но ты ее выпустила же что, уже нельзя было говорить? 10 конечно. Назад. Больше даже, по-моему. Я выпустила ее 20 лет назад. Еще то в Казани, песню, которую написала 17-летняя девочка, сейчас да, поет. Просто ее не брали на... Я приходила к вам на русское радио еще тогда в другое здание, оставляла по-честному свои диски, когда только приехала в Москву. Оставляла их на КПП, как и многие это делают. Я там же оставила демо свои. А что ты чувствуешь, когда футбольные фанаты поют с тобой эту песню «Знаешь ли ты»? Я чувствую восторг, потому что для любого артиста, я думаю, что нечасто бывают выступления на стадионах перед хоккейными матчами, перед футбольными матчами. Бывает особенно приятно, когда они целыми компаниями прекрасными. Я считаю, что наши фанаты – это вот самые ярые поклонники спорта. И они, как только начинают уже на автограф-сессии, они встают рядом, говорят, а я из ЦСКА, допустим, я из Спартака. И вот они сначала посматривают долго друг на друга, а потом говорят, ну что, чувак, мы с тобой не на стадионе, жмут друг другу руки. И это для меня уникально, потому что я знаю, насколько они непримиримые враги на стадионах. Угу. Неохваченными остались керлингисты и люди, которые играют в бадминтон. Все. А так нормально. Можем отдать им по одной песне. Давай, конечно. Какую бы песню мы могли бы отдать керлингистам? Чтобы петь и натирать. Да я так офигела, когда запели «Брутальные мужчины» песню «Знаешь ли ты», что здесь непредсказуемый момент абсолютно. С удовольствием. Есть предложение, отпускаю с мегамиксом в трудный возраст. Ну что же, два медляка подряд, я думаю, что в паузе вы просто не отпускали друг друга. У нас просто сердце не выдержит, мы уже пожилые для таких песен. У меня слез не хватит, Леха. Мне не видно неба, я не могу понять, был ты или не был, ветром по волосам, солнцем ладони твоя. Красные облака вечер ударил в спину, я с тобой так легка, я с тобой красива, бешено так в груди бьется сердце твое. Еще не быть, поздно уже поверить, я не могла любить.
Давайте с превеликим удовольствием послушаем. С чего, собственно, начинали. Да. А начинали мы все с того самого трудного возраста, который, я надеюсь, сейчас вас вызывает такую же улыбку умиления, как и у нас. Действительно вспоминать, как это было. Станцуем, дорогие друзья. Самое неожиданное место — это студия радиостанции «Русское радио». Знаешь, это тело. Перцы. И смотри прямую трансляцию живых концертов из большой студии Русского радио. Ну как это, я же уже теперь мать. Это же я что детям расскажу, что мать уголовница. Живой звук, никакой фонограммы. И любимые исполнители в проекте «Золотой микрофон».